Привет, друзья! С вами Владимир Толочкин, компания Salon Motors. Сегодняшнее видео я хочу посвятить аукциону IAAI, то есть Insurance Auto Auction. Как вы видите, на экране у меня стоят несколько видео. То есть это данное видео будет посвящено экспертам с этого аукциона. Итак, мы выбрали автомобиль. Это Mercedes C43 2017 года, Mercedes-Benz AMG. Выбрали его на аукционе IAAI и заказали у эксперта отчет по данному автомобилю. Вот что он нам прислал. Итак, давайте вместе просмотрим видео. Первое видео, которое показывает левую сторону данного автомобиля. Заднюю часть. Крыши. Он показал, что здесь багажник. Небольшой видеоролик, которая показывает, в общем, картину, дает представление о том, что мы покупаем. Работает крышка задняя. То есть, вот следующее видео, которое было прислано от него. Он показывает, что автомобиль заведен, потому что он работает. Он нам показал сам лонгерон, саму пару. Полностью все как капотное пространство, то есть мы можем видеть. После этого мы попросили его снять далее, он нам начал показывать дальше сам по возможности. Все эти видео мы прислали нашему клиенту. Клиент решил сыграть данный автомобиль. Здесь он просматривал нам крышу, показывал, стоит клиенту, пошла или не пошла. Здесь мы показали видео, чтобы он показал сам удар изнутри. Что он видно, что не видно, работает ли музыка, попросили его включить. Он здесь показал взорванные аэрбэги, как вы заметили. По нашей просьбе полистал магнитолу, то есть, потому что у нас был прецедент, что не хватало нескольких компьютеров с аукционом. Автомобиль находится в Далласе, так, извините. Заведем. Так, и в этом видео, что у нас в этом видео? В этом видео также показывал салон немного. Показывал крышу, панорамку, что внутри. В общем, попался неплохой эксперт, который сделал нам довольно-таки нормальное видео. Как вы считаете? Пишите в комментариях. И вот вчера данный автомобиль мы выиграли. Сейчас ожидаем его доставку. 17-й год, Mercedes-Benz C43, C4MATIC, AMG. Наш клиент подошел в дилерство в Киеве, попросил с дилеров, чтобы они просчитали, сколько будет такой автомобиль обходиться, если его собрать и сделать как бы у дилера. Ему ответили, что данный автомобиль обошелся бы в 90 тысяч долларов, и ожидать его нужно будет 4-5 месяцев. С нашей помощью мы купили этот автомобиль, и ожидать ему придется 2 месяца. Купили, ребят, сэкономив ему примерно 50 тысяч долларов. Когда придет автомобиль, мы снимем видео. Все. Всем пока. С вами был Владимир Толочкин, компания Salon Motors.